Привет, друзья! Я в очередной раз решил поиграть в свою любимую игру Skate 3 на PlayStation 3. И сегодня мы, скорее всего, будем ломать кости и все в таком духе. Давненечко я уже не играл, нужно сделать хотя бы бэкфлип. Да, это был не совсем бэкфлип, но тем не менее... Это тоже не бэкфлип. Уху! Ах ты ж! Вот-вот, прецедент на бэкфлип. Вот тут мы точно разобьемся. Это же лестница! Ах! Да, было немного жутко. О, стоп, вот. Вот я приглядел себе одно из мест, в котором было бы клево сделать бэкфлип. Нужно поставить себе маркер и попробовать это осуществить. Нет, спасибо. Ух, я все думал. Сейчас вот носом просто по асфальту. Но нет, так, и попытку номер два. Ай, хорош. Все, бэкфлип готов. А следующий челлендж... Или это был фронтфлип? Я, кстати, забыл. Ты что толкаешься? Ох! Вы когда-нибудь себе ломали ноги об незнакомца? Но вот мой герой, да. Ну-ка. Да, это выглядело немного странно, я понимаю. С тобой все окей? Вообще, я сейчас, судя по знакомым местам, направляюсь в неплохой парк. Красненький такой, там весело, можно подварить всякую интересную чепуху. Я не нахожу это веселым, но... Но я вру, нахожу. Это забавно. Да, это была не самая лучшая моя затея. А вот и парк, да-да-да. Здесь я провел, кстати, достаточно много времени. Здесь не так угарно, как... Прыжок. Бегу такой и прыгаю. Что с тобой не так, придурок? Так, ну ладно, я хочу сделать самый сложный трюк в своей жизни. Неудачник! Начал игру заново, но не самостоятельно, не по своей инициативе. Просто однажды пришлось форматировать жесткий диск на своей PlayStation 3. И вот такая вот грусть напала на меня. И сейчас... Ай, ну ты что ж ты запорол всю крутейшую комбинацию? Воу, воу. Я думал, будет круче. Я знаю, что всем больше интересно, как же ломать кости, и вот вам один из вариантов, такой неплохой. Нужно будет отправиться в другой парк, и, кстати, хотел вам сказать о том, что если у вас есть Skate 3 для Xbox 360 или же PlayStation 3, то можно замутить небольшой такой интерактивчик в духе слабо, сломай себе... Ноги. Ноги ломать себе, конечно, никто не будет, но я предлагаю вам такую вот штуку. Я грубый, я неотесанный мужик. Я хочу вам предложить такие небольшие челленджи. Я буду что-нибудь выдумывать, а вы будете это повторять. Ну, к примеру, я выдумываю какой-нибудь трюк или комбинацию трюков. А вот что-то, ну, не знаю, может быть, типа того. О, да, отлично, когда ноги в доске. Не, на самом деле, я несколько раз промышлял всякими футплентами. Возможно, у меня даже сейчас получится. Вот, видите, такой гэпчик небольшой. Была у меня задумка, несколько раз даже это действительно делал. Это вот что-то типа того. Бац, бац, вот так вот. Вот такой вот небольшой челлендж я вам забиваю. Вы можете его повторить и снять видео на камеру телефона, я не знаю, на камеру, там, не знаю, планшета. Ну вот, собственно, получилось что-то подобное. Естественно, можно сделать лучше, а вот и, кстати, докажете, если вам это интересно. Но я хотел бы покататься уже в другом парке. Здесь вроде и прикольно, но скучновато. Есть варианты поинтереснее, а увидим, какие же они будут дальше. Только потом. Если что, подписывайтесь, там, лайкайте, комментируйте, все что угодно. Вообще, наплевать. Вот, а это был Бейс и Skate 3. Надеюсь, мы здесь еще увидимся. Пока.